Сейчас поплывем на форелевый остров, вот он напротив. Половить форель и потом ее пожарить на костре. Можно там заказывать столики 200 рублей в час человек, но, по-моему, там большая запись, но нам как бы не интересно. Вот сейчас на такой лодочке поплывем. Учим на форелевый остров. Рома самый главный учит. Погода какая-то что-то испортилась, но ничего. Очень насыщенная у нас программа на Байкале. Народу мало, только одна лодка курсирует. Следующая партия поехала. Нас-то всего мы только поплыли. А здесь очень много народа. Беседки. А? Гулять без досточки. Да, беседки. Такой маленький остров вообще. Что-то говорят, что тут запись там чуть ли не на 3 недели, на выходные, а вон свободно сколько всего. Сетки пустые. Да. Это они себе создают видимость. Вот вас-то точно ничем не испугаешь. Да, после того, как мы сходили на пик Черского, нам вообще ничего не страшно. Прикольно, но остров совсем маленький. Я-то думал, он там хотя бы побольше, а он... Вообще просто такой. Ага. Очень маленький. А здесь вот, наверное, эти живут. Кролики всякие где-то. Решечные. Такое вот туристическое место недалеко от набережной. Вот мы его практически обошли, вот чуть вон запал от беседками не было. Вот такой вот остров. А вот там вот пирс, на котором ловит форель. Да, вот. Вот такой вид с острова. Thank you.
билет стоит туда-обратно 200 рублей взрослый, 100 рублей ребенок. Сюда приплываете, расплачиваетесь, и потом назад. Работает до 9 вечера. А с утра я не помню, с какого-то часа. Здесь вот ловят форель. Может, туту Байкал? Сказала ТУ. Оператор туту Байкал есть. Форелевый. Вот здесь вот ловить. Чем ловить? Руками. Вот. Форель. Что там у тебя? Кстати. Вот видишь, ты не брала. Сегодня в продаже форель радужная, 500 рублей килограмм. Это в продаже. Форель янтарная, 650 рублей килограмм. А если ловить, то сколько? Так же? А? По весу рыбы. Корм для рыб. 50 рублей стоит. Посмотри, юный рыбак. Поймали. Сейчас рыба будет движется. Поворачиваемся. Мне хватит две. Рыбак Рома. О, сразу поймал. О, нифига. Сильно не поднимаю. Нифига себе. Дома, наверное, 2 килограмма было. Пошла кормить рыб. Сейчас мы посмотрим. О. Целый, можно набрать целый стакан. О, как начали суетиться. Сейчас пожарим. Thank you.